Пойдем посмотрим, милая. Разрывной чем футболистады. Прикладывай, да? Вот так нет.
сидела, там сидела. Тяжелый брат.
досить. Когда первый раз была, там поливалась. Короче, удивило. Подвох я ждал. Понимаете, кто-то же в сказке едет, что правильно. Спасибо вам еще раз большое. В этой части парка была устроена менажерия, в переводе с французского «зверинец». Менажерейный пруд, который находится перед вами, первоначально предназначался для водоплавающих птиц. По сторонам бассейна были построены два павильона, вольера. Один из них вы видите справа. Деревянные павильоны снаружи облицованы туфом, изгорью и морскими раковинами. В них развешивались золоченые клетки с птицами. Вольеры, созданные архитектором Микетти, единственные сохранившиеся деревянные павильоны первой четверти XVIII века. Они напоминают о многих исчезнувших декоративных парковых постройках и прошлых времен.
номерах можно? Он темнеет, а он не знает. Thank you.
Вода шляпу немножко вниз, чтобы выражение, чтобы лицо было не попадя. Саша, идите, смотрите дальше.
Вот, очень красивый, долго стоял на ресторации, очень долго. Слава Богу. Ну вот, они являются символическим выражением водного царства, тучи брызг того моря, которое плещется. Желтое здание впереди – это Екатерининский корпус. Несмотря на то, что архитектор Франческо Растрелли построил дворец для императрицы, Вот это, ну, как, 4, 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 4
Были расписаны черными и белыми квадратами шипником порядка. С тех пор концерт стал
когда-нибудь. Thank you.
было мне тут бесплатно. Вот это так приятно. Спасибо.
вообще, я не знаю, по парку там не было. Выбираю там, ну, раз, один раз хватит, да, вот. Ну да. Вы переход? Да. Не, не переход, вообще, ну, тихо, разные. А, ну. А не было, мы начали эти самые где-то с первой игры. Это же надо будет... Погода, ладно, вот сейчас пока. Все, вода, море.
Thank you.
Не сохранившиеся до наших дней. В этой части парка деловые сооружения когда-то находился первый деревянный дворец.
Ну да. Грамотно.
рублей. А вы хотите что? Пойдем к машине, ваш начал уйдет. Я уже просто...